Хорошо, что воздух свежий. Всем здорово! Вот мы приперлись к Остапу в гости. И сейчас мы в Миасе. Вот он, славный город Миас. Но это на самом деле... Какой город! На самом деле Маш-городок. Да, отдельная область Миаса. Сейчас пойдем погуляем. Да. Пойдем, куда идти? Что, на Тургаяк пойдем? Скоро. Ага. Пойдемте. Позырим. Второе по частоте озеро в России или в мире, я не знаю. В мире же, да? Я, честно говоря, уже не помню. Вранье это все. Вранье. Чистое озеро, Тургаяк. Позырим. Идем дальше. Танечка красивая. Здесь красиво. Очень. Сейчас еще осень, цвета стали появляться. Желтый, красный. И воздух здесь очень чистый. Лучше. Но зато вот уже, видишь, это вот небо у тебя утопает уже в цветах. Устань еще раз, если фотографируешь. Теперь что касается композиции. Вот у тебя Таня, видишь, день у нее дерева. Какие-то рога сзади. Да. Это некрасиво. Вот так отойди, во. Так у нас засветка вот здесь получается, да? Ну, так засветка, да. Но вот так вот, смотри, видишь, во, гораздо лучше. Тут и дерево, и Таня. Теперь надо вот походить и поставить так, чтобы дерево было, там, допустим, чуть пониже, она чуть повыше. Или наоборот, чтобы они не на одном уровне были. Как вот так? Во, вот так вот. Нужно не только объект съемки показать сам, но еще и обстановку, где это находится. Окружающие предметы. Очень хорошо камушки использовать. Ну вот, например, камушек, да, есть? Вот взять вот так вот и от камушка снимать, чтобы камушек у тебя на первом плане был.
Тогда глубина резкости появляется у снимка. Умиротворенно, но сейчас вот уже дело к осени, народу мало. А так, конечно, летом здесь народу валом. И я смотрю, в поселке там комнаты сдаются тоже повально. Еще такое туристическое плейс. Не очень, наверное, здесь здорово. Ой, господи. Ты нас не сожрешь? Привет, привет. Нет, я боюсь. Я прячусь. Мы с миром. Мы с В общем, тут офигенно. Тут есть где полазить. Вот. Коровы вот ходят в мясе. Видите, как? Горнолыжный спуск, между прочим. Вот коровы. Пожалуйста. Все, мы готовы идти дальше. Мы идем на другую горку, в другое место. Мы озеро посмотрели? Перевал Ильменского заповедника. Вот так. Сейчас будем смотреть. А это вот миасцы. Видите, вот они. Ходят. Вот. Мы вошли в Ильменский заповедник. Там написано, вход и въезд запрещен. Но нас это не останавливает. Вот, муравейник тут есть. Вот такие большие деревья тут есть. Остап как локомотив прет нас в гору. Не устал, Остап? Не, нормально. Хорошо. У нас будет отличная команда. Мы будем много ходить. Вы покорители горных вершин! Да, вот. Красота-то какая. Ну сколько? 1000 метров, да? От силы. Да нет, да нет. Меньше. Метров 600. Может, и того меньше. Как тебе прогулочка? Кызылырда. Отлично. Я опьянена. Я здесь не был, давно не попробую. Я опьянена свежим воздухом. Мясо. Мясо. Я хочу мясо. 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 Сыро. Готов! Слушай, Паш, надо придумать Остап посвящение самый обряд посвящения пингвинов. Ну не знаю. Возвращение. Как он
должен выглядеть? Этот обряд, интересно. Не знаю. Но он как...